За умышленное искажение границ России на картах придется отвечать. Это предполагает пакет инициатив, которые Госдума приняла в первом чтении. Поправки о защите территориальной целостности страны вносятся в закон о противодействии экстремистской деятельности и в кодекс административных правонарушений. Согласно изменениям, экстремизмом будет публичное распространение карт и иных изображений или документов, оспаривающих территориальную целостность. Авторам таких публикаций грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей, либо арест до 15 суток. Если речь идет о юрлице, штраф может достигать 1 миллиона рублей. Кольщик, наколи мне русский Крым. А рядом храм ВС РФ с иконами. Крымский мост на грудь мне, русский наколи. Соловьиными пометами. И мудозвонами. А лучше Крымов пять мне наколи. Чтоб наверняка, ведь грань здесь тонкая. Русский Иран и русский Сомали. Русская Республика, Доминиканская. Русский в Польше, нарисуй закат. Навальный за колючей ржавой проволокой. Строчку Байден, сука, виноват. Пусть только предоставить Патриот попробует. Если места хватит, нарисуй. Русский Вильнюс и Женеву скромную. Аляску не забудь, с Россией состыкуй. Что после смерти меня таким дебилом помнили. И легло на душу, как покой. Не сесть в тюрьму, одно мое желание. Глобус кали с одной большой страной. Пока в Госдуре не прошло еще одно голосование. Авторами законопроекта на эту тему стали председатель Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и два его заместителя Эрнест Валеев и Анатолий Выборный. Инициативы разработаны по поручению спикера Госдуры Вячеслава Володина. В соответствии с поправками к экстремистским материалам будут отнесены картографические и иные документы и изображения, предназначенные для распространения и публичного демонстрирования и оспаривающие территориальную целостность Российской Федерации. Не составляй протокол, начальник. Я ведь столько тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты мониторишь вечерами мою страничку во ВКонтакте и видишь там сны, где я, еще не сидевший, подкрадываюсь к ноутбуку, открываю его крышечку и совершаю преступление против основ конституционного строя и безопасности государства. Ты че, долб***ёб? На тебя тут соседи снова жалуются, пишут, вот, жалобы, достали пьянки твои с корешами, с алкашами до полуночи, музыка эта идиотская. Потом бегаешь с Белочкой в одних трусах, портаками своими вот, детей пугаешь. А что наколол-то вообще, идиот? Короче, иди домой, протрезвей. Вот, и последний раз предупреждаю, еще хоть кто-нибудь один мне вот, напишет на тебя жалобу, на 15 суток уедешь. И тебя, зритель, если еще не подписан,
Также приду и закрою. Мне плевать, какие ты там карты выкладываешь в России, с Крымом, без Крыма. Главное, чтобы был подписан. В общем, подпишись и все. Расходимся до следующего клипа.